специальное церковное письмо от брата Джозефа Бранхама. Мы находим тебя в лагере Stillwater в Мэрисвилле, штат Индиана. Чтобы узнать больше о лагере Stillwater, викторинах и так далее, перейдите по этой ссылке, которая отображается на экране. Вот письмо от брата Джозефа Бранхама. Дорогие братья и сестры, в связи с тем, что Рождество в этом году выпало на воскресенье, я почувствовал, что у меня на сердце не было назначенного времени для слушания послания в этот день. Во многих семьях есть маленькие дети, которые так радуются, открывая подарки в рождественское утро. И им было бы очень трудно успокоиться, чтобы услышать послание или заставить их подождать до более позднего времени. И тем не менее, на Рождество, вы знаете, маленькие дети, вы не можете сказать им ничего другого. Просто для них это время Рождества, и они не будут вешать свой маленький носок. Будет что-то. Это традиция даже в нашей стране, что они вешают носок и что-то другое. Я тоже так делал, когда был маленьким. И хотя это далеко от Писания, от проторенной дорожки, и все же дети, они слышат, как другие дети говорят: «Ну, я получил это на Рождество. Я получил это». Маленькие ребята стоят вокруг, смотрят. Понимаете? Вы не можете заставить их понять. Понимаете? Так что просто Рождество здесь, чтобы остаться. Да. Возможно, есть и такие, кто предпочел бы проснуться пораньше и услышать послание, так как у них есть планы с другими членами семьи на этот день. Поэтому я решил, что каждая семья может выбрать время, которое лучше всего подходит для прослушивания послания. В день Рождества мы будем передавать послание по линии Лайфлине в три разных времени: 9:00 утра, 12:00 вечера и 17:00 вечера. Пожалуйста, не считайте, что вы должны слушать в одно из этих времен, а выберите лучшее время для вас или вашей семьи. Самое главное, нажмите play. Может быть, выглядит смешно, что сегодня утром я надел свое пальто на платформу. Но я был так рад показать это красивое пальто, которое подарила мне эта церковь. Я видел брата Невилла здесь на днях. На нем был такой красивый костюм, и он так хорошо сидел на нем. И я подумал, он выглядел так хорошо, и прихожане говорили об этом. Я подумал, я просто надену свою шинель на платформу. Я просто. Знаете, я считаю, что мы никогда не взрослеем. Мы всегда. Я не хочу взрослеть. Как тебе это, брат Лютер? Нет. Я никогда не хочу взрослеть. Мы просто хотим всегда оставаться детьми. Пусть Господь подарит вам чудесный праздник, полный Его присутствия. Брат Джозеф Бранхам. И до следующего раза благословит вас Господь и да благословит шалом. Получите приложение «Линия жизни» прямо сейчас на www.branham.org.